Ежегодно фирма 1С совместно с ведущими партнерами проводит всероссийский профессиональный конкурс среди бухгалтеров коммерческих организаций и бюджетных учреждений, IT-специалистов, кадровиков и других пользователей 1С. В этом году финал прошел в Чебоксарах. В борьбе за звание лучшего пользователя информационной системы 1С ИТС традиционно соревнуются тысячи знатоков своего дела. В этом конкурсе специалисты не только повышают профессиональный уровень, но и проявляют творческие способности. Почему важен этот конкурс? Потому что он развивает профессиональные компетенции, прежде всего. Да? Это очень стимулирует конкурсантов в развитии, тем более людей активных, да, которые стремятся повышать свой профессиональный уровень. Плюс важная составляющая этого конкурса – это еще творческая задача, которая есть на каждом этапе. Бухгалтерам, кадровикам и айтишникам пришлось писать эссе и сочинения о своей работе. Обязательное условие – использовать терминологию 1С. Темы были самые разные – от открытия продажи мороженого до увольнения с работы. Главный бухгалтер школы Алена Токарева из Республики Коми справилась со всеми заданиями на отлично и победила в номинации «Бухгалтерский налоговый учет». 1С же дает не только программу для бухгалтерского учета, но и сервисы, которые облегчают работу бухгалтеров. Можно спокойно отправлять из 1С отчетность, можно работать из любого места мира, не возя с собой всю базу. Можно хранить ее в облаке, чтобы в случае форс-мажорных обстоятельств ничего не случилось с самой базой. У ИТС более 20 сервисов. Миллионы специалистов решают свои задачи с их помощью быстрее, эффективнее и с наименьшими затратами. Этот ресурс содержит практические рекомендации по применению налогового, бухгалтерского, трудового законодательства и пошаговые инструкции по настройке и работе в программах 1С. Всегда, когда возникают проблемы, сложности в работе, когда я консультирую пользователя, я обращаюсь к 1С ИТС. И конкурс дает возможность лучше изучить его, еще более полно узнать его. Недавно готовился на днях конкурса и узнал еще много нового, хотя вроде бы все знал до этого. Поэтому я рекомендую тем, кто пользуется программами 1С, для кого важно знать изменения законодательства, использовать ИТС, ну и участвовать в конкурсе. Я думаю, что любой может победить, достаточно поверить в себя и приложить усилия подготовиться. Конкурс призван объединять. Благодаря живой, творческой атмосфере участники конкурса могут общаться с единомышленниками, заводить новые знакомства в деловой среде, становясь частью сообщества профессионалов 1С ИТС.